Короче, такое вот эпическое видео. После прямого прилета мы жили в этом доме. 20 минут назад здесь была обустроенная позиция со всеми делами, с благами. Вот, смотрите, что сделал прямой прилет. Это о том лютом страхе, о котором я говорил, что когда слышишь вылет и не понимаешь, куда прилет, вот как оно прилетает. Шансов нет, если ты находишься здесь. А вон наш тыловик-шаровик, стоит человек, контролирует ситуацию, потому что кто-то копает, а кто-то должен стоять и заботиться о безопасности. Каждый делает свою работу, так что ваши молитвы, братья и сестры, очень сильно работают, поэтому не прекращайте. Вон наши братья. Это такой себе опыт, но пришлось вот так вот. Поэтому верим в милость и благодать. Руки побитые. Все, прекращай, надо копать дальше.